прошлой серии по Гамлету мы сражались с боссом по имени Мопсалиск. В комментах многие пытались меня поправить, мол, это Пугалиск, говори правильно, но раскрою вам секрет. Мопсалиск и Пугалиск — это одно и то же, так что удачи этим людям в жизни. Босса самого мы убили, было подно, сложно, но убили, получили с него кучу непонятных вещей и вернулись домой. А что было дальше, узнаем прямо сейчас. Всем приятного просмотра. Ребята, новостей по пальцам не сосчитать. Как вы заметили, я пару дней повыживал без записи, и у нас появился второй дом. Точнее, сарай. Там внутри кое-что интересное, но сейчас не об этом. Секунду. Давайте кое с чем разберемся. Смотрите, помните, мы убили босса в прошлой серии, и из него выпала куча змеиных костей. Как мне писали в комментариях, из этих костей можно делать еду. То есть мы суем их в казан, и у нас получается кашица. Забавно. Короче, поверьте мне на слово, я из этих штук делал тефтельки. Вот они, 7 штук. Из мяса монстра плюс змеиные кости. Все работает. Также мне написали про магическую воду, которую я нашел также из босса. И про его череп. Давайте поподробнее. Магическую воду мы можем посадить. И давайте мы это сделаем. Вот. Вот так. Эта штука сможет нас воскресить, когда мы умрем. То есть она работает как деревянная вот эта вот... Деревянное пугало, которое можно сделать с помощью магии. Только оно не деревянное, а живое. И оно настолько живое, что оно ест меня! Черт! Ай-яй-яй-яй-яй! Отойди, 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 отойди! Оно дает нам немного рассудка, но взамен забирает немного еды. Так что я к нему не подхожу. Прощай. А из черепа мопсалиска мы можем сделать себе посох мопсалиска. Или что-то такое. Но он, мне писали, не особо-то полезный, поэтому давай ты будешь лежать на полочке как декор. Забавный такой, да? Все, я рассказал вам про кусочки босса, теперь буду рассказывать про сарай. Давайте войдем. Пам-пам. Здесь у нас находится плавильная печь. То есть этот дом будет выполнять реально роль сарая. Здесь будет плавильная печь, здесь будет склад с мусором, какой-нибудь... Что-нибудь, что в сарае обычно бывает? Картошки сюда накидаем, чтобы бабка пришла и начала перебирать ее. Ставь лайк, если ты тоже из деревни и по вечерам перебираешь картошку. Я так понял? Смотрите, в этой штуке мы можем плавить железо. А из железа можем делать много крутых вещей. Об этом сегодня мы с вами и будем говорить. Мы уже столько времени выживаем в Донстарве, и так я не показал вам ни одной новой вещи, которую добавлю в Гамлете практически. Чем мы там, босса убили? Острова пооткрывали. Все показал, кроме вещей. А тут на самом деле из железа можно сделать очень много всего интересного. И сегодня мы этим будем заниматься. Там даже топлива не нужно. Вот оно как. Нужно 4 железных руды, чтобы получить слиток. Да ладно. 1 слиток всего. Это мне сколько железа нужно собирать? Погоди. Это нужно приходить вот сюда? Собирать железо. Черт. Сложно будет сегодня. Тогда нам с вами нужно еще кое-что новое. Сейчас, давай зальем печь и пойдем покажем вам. Ой, точнее, я вам покажу. Путаюсь уже в этих... В именах, в лицах, в русском языке, короче. Во-первых, нам нужно сделать сито для золота, которое делается из золота. Логично. Все, из этой штуки мы сможем... Что? Не из этой, а с помощью этой штуки мы можем собирать золото из лужиц, которые вот эти штуки. То есть это дополнительное золото будет у нас. Точнее, не золото, а... Блин! Зачем нам золото? Нам нужно железо. Да, ну, черт бы побрал этого казино! Лишнюю вещь создал. Ладно, планы меняются. У меня есть план. И да, смотри, что мы можем сделать. Алебарду из железного слитка. Прикольно. Давай сделаем. Будем теперь бороться со скоростью голодной женщины. Ешь тефтели, собирайся духом, и мы с тобой пойдем сейчас примерно вот сюда. Нам нужно, смотрите, что сделать. Набрать железо, убить растение живое, потом объясню зачем. И еще кое-что сделать. Пока не придумал, но еще кое-что сделать. Твою мать! Сбегал, убил растеница. Она, оказывается, харить умеет еще. Дура, ты чё?
Я думал, можно убежать от тебя. Э, стоять! Стоять! Не трожь! Я горькая свинья! Твои цыплята, дети, птенцы, не съедят меня, у меня кость твердая. Она ломает все на своем пути. Мы можем использовать это в благих целях, давай. Ломай всю карту, уничтожь все. Потом ресурсы соберем. Ладно, кусай, тварина летающая. Подавись мной. Вот так вот и живем. О, смотри, я прямо у болота выбрался. Так, нормально, я сюда и бежал. А, нет, не сюда. Твою мать. Ну ладно, сюда тоже можно. Что-то как-то бедно, бедно здесь на железо. Ничего я не нашел почти. Пойдем сюда. Пам-п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 ам. Рассудок, приходи ко мне. Дружище, ты так нужен мне. Все, теперь я самая красивая свинья на этих островах. С венком на голове и с шерстью, неважно где. Твою мать, смотрите, я пришел на место разрухи. Тут просто все повыкорчивала эта птица. Можем собрать дерево халявное. Змей всех перебила, камни повыкапывала. Хорошая тактика. Птицу призывать, чтобы она упала, а потом бегать от нее, чтобы она всю карту разворотила. Но я так не буду делать, у меня другие планы. Господа термиты, не подскажете ли вы, где у вас тут цветы обитают живые? Поубивать надо их мне, их. Понял? Сам найду. Да, твою мать, только не это, нет, пожалуйста, не трогайте меня, не трогайте меня, я свинка, я боюсь. Вот так будет с каждым, не подходите. Как мне к этим цветам подобраться, твою мать? Я слышу, там война идет. Вам? Давай, война началась. Битва серьезная. Опа, шик, шик. Опа, шик, шик. Стой, 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 стой. Ты куда побежал-то? Стоять, да стоять, да господи. Почему у него хп в два раза увеличилось? А почему мне не дали за него ничего, кроме лиственного мяса? Неужели мне нужно убивать только огромных цветов? И желательно не в темноте это делать. Да, вот так вот я и играю в Don't Starve. Сука, ты чё? Пиписка! Я не понимаю, как в эту игру играть? Некоторое время спустя. Сошедший с ума. Побитый. Но я вернулся домой, набрав себе два стебля и ни много ни мало железа. Короче, я был прав. Нам нужно было убивать вот этих вот штук, которые именно привязаны к земле. Из них выпадают эти штуки. Я, правда, полумертвый вернулся, но зато у меня есть два стебля мухоловки. И птичка летит. И воскрешалка стоит. Я вот не знаю, что вот первым делом сделать. Объяснить вам про воскрешалку или угнаться от птички? Наверное, второе. Все, она вроде улетела, но у меня новая проблема. Свин! Пожалуйста, мистер Свин, вы защищайте должны свиней. Я свинья, защищай. Свин, тупой, сука, ты чё творишь? Бедные цветы, пока не сгорели, собираем их. Всю базу сожжёг себе. Как вас на работу берут таких? Давай, помогу тебе, а то сейчас все сожгешь. Все? А, нет, не все. Ладно, сам разбирайся, я пошел домой. Так, а теперь по поводу цветка. Ай, нет, нет, не ешь мой голод, я помню. Короче, если вы помните, в прошлой серии я вам говорил про то, как в этой игре можно сохраняться. Точнее, не говорил, как сохраняться, а говорил, что я научился сохраняться. Так вот, когда меня убили, чтобы не тратить наш цветок, я загрузился. И потом заново пошел, поэтому и птица прилетела. И, собственно говоря, цветок у нас остался в живых. Вот. И на моем втором канале, как я и обещал, вышел маленький такой ролик о том, как, собственно, сохраняться в Don't Starve. Если вам эта тема интересна, то можете посмотреть этот ролик, подписаться на мой второй канал. Я там, если что, стримлю, выкладываю всякие нарезочки иногда по видосам.
Ну, точнее, видосы. Короче, ссылка в описании. А теперь самый главный вопрос. На кой черт я собрал стебли? И зачем они мне нужны были? Сейчас объясню. Первым делом давайте немного поплавим печкой. Мне нравится, как она работает. Эти вот деревья рубить, выживать, постоянные смерти, рутина вот эта вот. Печка на этом фоне просто светлый лучик. Уже 3 слитка. 8 штук. 5 слитков у нас. Нормально. Я думаю, куда-нибудь пригодятся они. Все, давайте, теперь обратно домой. С сарая как бы неуютно. Стебель мухоловки, значит. Смотрите, есть один интересный крафт под названием «Жук и прочь». Где он находится, я правда не знаю, надо искать. Дружочек, червячочек, ты где? Вот он. Нужно 6 клубней. Твою мать! Я так и знал, что что-то забуду. Нам нужна картошка ядовитая. Ладно, понял. Еще для чего нужна нам эта штука, я сейчас объясню. Нам нужно угля немного. Ставим сушилочку. И вешаем на нее вот эту штучку. Через пару дней она высохнет и получится... Сука, не ешь мою еду! Хотя, может, и стоит постоять здесь, потому что рассудок как бы не на высоте. У меня и хп еще нету. Стой, надо спать. Все, ребят, давайте, спокойной ночи. Я проснусь потом, сбегаю за картошкой и сделаю то, что я хотел. Все, спать. Спустя один день. Кстати, помните, я говорил, что цветы они будут сажать, и мы можем собирать их? Чё-то они никак не сажают их. Чё-то я, походу, наврал. И эти цветы не бесконечные. Ну ладно, нам не до них. У нас дело интересное. Нам нужно сделать жуки прочь. Все. Это великолепное оружие, которое пускает газ, который, в свою очередь, отгоняет комаров. То есть, это единственное в этой игре средство... От москитов, которые мне то, что в рот попали, что... Это единственное средство от москитов, которые вот в этих местах на вас нападают, и только светом можно от них избавиться. А эти штуки, вот эти, они москитов травят. Последнюю еду съел. Нужно купить где-нибудь мясо и эти кости угнать, потому что... Ну, камон, у нас халявная еда, считай, валяется. Это сколько тефтелек можно сделать? 1 000 000. О, а вот и это просушилось. Трость. Смотри, теперь я быстрый мальчик. Да, точнее, девочка, свинка. Правда, она не бесконечная, как трость, которая дается нам в обычном Don't Starve, но убив цветок, мы можем просто сделать халявную трость и бегать быстрее. Это же классно. Мне это нравится. Зачем мне лампочки? Буду их есть. Я же дурак. Ладно, у нас есть 5 железа, и мы из него должны сегодня что-нибудь сделать, потому что я планировал. Бой. Жестяная броня. Вот. Все, планы есть. Блин. Мы можем сделать железный шлем и железную броню. Мне не хватает одного слитка железа. Черт бы его побрал. Пожалуйста, ну... Ладно, ладно. Давайте, муравьиную маску. И вперед. Я хочу набрать немного железа, как раз протестим, как работает жуки прочь. Опа. Так, вот. Я забыл совсем про этот остров. Тут очень много золотого разжилья. И здесь мы будем набирать все. Блин, как же приятно с тростью бегать. Такая быстрая свинья. Ай, как хорошо. Так, ну-ка-ська. Проверка. Нападайте. Нападайте. Ладно, у них битва, не будем мешать. Они что, во время тумана прячутся в норки? Сука, все сожгу сейчас. Забыл про сову эту электронную. Опачки. Так, теперь мы пускаем газ. Пыш-пыш-пыш. И они подохли. Все, комары подохли. У нас примерно 20 использований есть. Отличная штука. Я счастлив. Теперь я бескомарный. Сука, зато меня совы сейчас сожгут! Ай-яй-яй! Все, хорош нам железо, а то сейчас проголодаюсь и не смогу выбраться с острова. Как же удобно пользоваться газиками. Минус комарик, чисто минус комарик. Марик, сука! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Где выход из дома? Так, этих мышей нужно срочно убить.
Ох, ладно. Бегом. Бегом. Смерти мне не надо сейчас. Пожалуйста, дайте мне время, чтобы... Чтобы... Блять! Чтобы что? Сука! В темноте! Ай-яй-яй-яй-яй! Все, я убегаю от них. Главное ночь пережить. Я взял трость в руки, чтобы быстрее бежать. Сука! Ты что творишь-то, блядь, со мной? Сейчас меня ёбнет! И все вещи погорели. Такая чистая родилась из цветочка. И день настал. Как классно! Как хорошо! Прям чувствую прямо в очке моем. Такая жирненькая, жирненькая штука твердая. Давай попробуем забрать все это быстрее, пока не сгорело. Ой, блин! А я же забыл совсем про этот такой прикольный, прикольный нюанс. Господи. Да... Вы серьезно, что ли? Вы серьезно? Далее я все-таки решил снова загрузиться, потому что есть еще дела в этом выживании. Я снова побежал, убил цветков, собрал из них штуки, сделал себе трость, сбегал за железом, выплавил железные слитки, убежал от птицы, которая за мной летала, сбегал на этот остров, собрал еще железо, сплавил еще слитков и, наконец-таки, сделал себе железную броню. Выглядит она, конечно, устрашающе, круто, классно. У нее очень много прочности, то есть она медленнее кончается, в отличие от другой брони. Но у нее есть один минус. Она чуть-чуть снижает скорость вашего перемещения. Это печально. Но для битв всяких она, возможно, подойдет. Хотя, может, наоборот и нет, потому что вы будете медленнее бегать, а это всегда в минус идет вам, когда вы бьетесь. Короче, такие вот дела. На этом мы будем закругляться, потому что я устал умирать. Скажу честно, изматывает. В следующей серии уже, наверное, у нас наступит свинопокалипсис. Есть такое замечательное событие в этой игре, которое очень опасно, и нам будет его с вами надо предотвратить. Но это уже в следующих сериях. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, вы поставите лайк, если вам понравилось. Переходите на второй канал, чтобы посмотреть видос по сохранению. Если вы любите мои стримы, то можете подписаться на тот канал, на второй. На этом я с вами прощаюсь, ждите новых серий. С вами был Стэк, всем удачи, всем пока и удачных вам выживаний.